Ребята, всем привет! Сегодня у нас особенный день, ведь у Леди Дианы юбилей. Ей исполнилось 20 лет. Это важная дата. Все началось в 12 часов ночи, когда Диану поздравили ее самые близкие люди. Кирилл, Тана, ее мама и, конечно же, Кнопа. Все пожелали ей счастья, здоровья и успеха, ведь 20 лет – это особый возраст, когда перед тобой открыты все двери. Но самое трогательное поздравление пришло от ее мамы Юнон. Она написала в социальных сетях о том, как быстро пролетело время. С днем рождения, моя любимая доченька, тебе уже 20 лет. Кажется, только вчера я держала тебя на руках, а теперь ты взрослая и самостоятельная. Я не могу налюбоваться тобой, ты всегда была такой умницей и красавицей. Я счастлива быть твоей мамой и желаю тебе оставаться такой же доброй, светлой девочкой. Поздравления посыпались со всех сторон. Множество подписчиков Дианы в соцсетях вспоминали, как еще несколько лет назад ей исполнилось 16 лет. Сейчас же Диане 20, и многие отметили, как быстро она повзрослела. После всех поздравлений Диана отправилась праздновать свой день рождения с друзьями. Вечеринка прошла в Барселоне, куда собрались все ее близкие друзья, как парни, так и девушки. Все они родом из Украины, но теперь живут и учатся в Барселоне. Они все смогли собраться вместе и отпраздновать такой важный день в жизни Дианы. Праздник прошел весело, с музыкой, танцами и множеством улыбок. Диана сияла от счастья, окруженная своими друзьями, и поблагодарила всех за теплые слова и поздравления. Вечером все отправились гулять по Барселоне, наслаждаясь атмосферой этого красивого города. Ну а теперь самое важное. Не забудьте поздравить Диану в комментариях. Ей будет очень приятно прочитать ваши поздравления и теплые слова. До скорой встречи в новом видео, ребят. Всем пока-пока!